Более 500 жителей и гостей поселка совхоза имени Ленина стали участниками грандиозного шоу, организованного муниципальным центром культуры. В многочисленных палатках, расставленных на площади перед местным ДК, можно было принять участие в мастер-классах, нанести аквагрим, бесплатно отведать сладкой ваты и попкорна. Свое мастерство представили публике фокусники и жонглеры, клоуны и дрессированные животные. В празднике принял участие шоу-группа «Мультипульт». Это замечательные клоуны, которые приехали с акробатами, с животными, с фокусами. В общем, веселили сегодня практически час наших детей. И в заключение наш концерт участников творческого коллектива Центра культуры. Настоящим украшением праздника стали номера, подготовленные кружком «Колорит», где занимаются дети с особенностями развития. Не каждому профессиональному артисту удается так зажечь публику, но у ребят это получилось. Занятия кружка проходят на базе Видновской районной библиотеки. Таких успехов ребята достигли всего за год. Свою программу они уже обкатали на различных конкурсах и фестивалях. Вместе с ребятами на сцену вышел и их руководитель Олег Кондратюк. Ребята молодцы, хорошо выступили, спели, двигались. Просто одно дело там запомнить текст, а другое дело вот таким ребятам запомнить еще и движение. Пока что они у нас элементарные, но они есть. Ребята исполнили несколько зажигательных песен, и многочисленные зрители танцевали вместе с ними. Но, наверное, самыми благодарными слушателями на этом концерте были мамы и папы, которые с гордостью смотрели на достижения своих детей. Когда тебе рассказывают, что твой ребенок не сможет ничего делать, ты будешь только его кормить и ухаживать за ним, а здесь мы поем, мы общаемся, мы играем, мы веселимся, мы какие-то открытия делаем для себя. Это для каждого родителя очень трогательно, очень важно. В День защиты детей очень важно помнить о тех, кому наша помощь, внимание и поддержка очень важны. И благодаря таким выступлениям ребята знают, их любят, ими гордятся. И наверняка у них появляется еще больше желания двигаться вперед к новым свершениям. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ.